Добро пожаловать на канал Hardress at Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto G32. И сейчас я покажу вам, как открыть настройки разработчика на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Об устройстве». Здесь мы выбираем номер, идем вниз и видим номер сборки и нажимаем на него несколько раз. Далее вводим пароль экрана блокировки. Нам пишут, что мы стали разработчиком. Теперь возвращаемся обратно в «Настройки» и переходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем «Для разработчиков». И тут мы можем ознакомиться с настройками. А если мы захотим отключить данный режим, просто убираем галочку вот отсюда, возвращаемся, и он пропадает. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.